Друзья, всем привет и приятного аппетита! Давненько не было у нас Вайда. Самое время это исправить. Поехали, приятного и хорошей рабочей недели. О, это я, походу. Да, это я, действительно. Лучший игрок 5 из 20 прошлых игр. I have seen how this war ends. И я have seen how this war ends. Блин, плохо то, что у нас нет урона. Купол. Го ФБ в боте сделаем. Разре подойти. Тут все физа. Мне надо просто купить, по идее, фляйчик. Криты, сатаник, вот это вот все. И наваливать. Если мне не нужны эти вот рефрешеры там туда-сюда. Эдик, мы еще у пацанов, да, есть? Ага. Давай вот так, вот так, вот так. Дайте ФБ сделать. Потеряли пацана. Я больше не наберет. Не-не-не, там. Я не успею. Дебочи, дебочи. МКБ еще надо будет сучку бить. Я иду. Ладно, я не иду. Изи перекликал пацана. Ну-ка, давай ему по заднице пару раз. А, 4 руны, да? Так он умер. А, он 2 прыжка пробал, бля. Так отлично, отлично. ТП потратил. Это вот этот руинер, мужики. Давайте, давайте, показывайте. Ликан в миде. Так у нас Энигма будет даже. Ага. Друзья, также сейчас идет чемпионат мира по футболу. И я даю на него аналитику, ну как, аналитику, в меру своего понимания, да, там по типу, вот там, знаю игрока, там не знаю, небольшие суммы ставим абсолютно, просто участвуем в акции от BetBoom, фармим там карточки команды себе. В чем прикол? 2 дня у нас все заходит, прям вообще с лету, причем очень крутая акция у BetBoom, если вы ставите вообще на чемпионат мира, там, кто-то может более серьезно, чем я это делать, очень советую ставить именно на ББ. Потому что у них акция, что если в матче происходит 2-0, автоматически засчитывается победа того, кто сделал 2-0. Хоть он потом даже проиграет. Там 2-3, например, да, это не имеет значения. Вот, такая вот интересная история. Ну и в принципе, у меня тоже все получается, как ни странно. Так что, кому интересно, залетайте. Травобет, ссылочка в описании есть. Присоединяйтесь к нам. Вот такие дела. Травобета футбол, точнее, в описании есть, как вот написано на экране. Крипчики уже съедены. Больно, пипец. Давайте фласку нам. Да не надо, у меня танка есть. Дади только. А, ну ладно, знал. И долов надо убивать. Он пошел бить Энигму, хотя меня рядом нету. Этому увы я не понял, если честно. В итоге он умер. Не надо пытаться их убивать, просто бей и долет, и все. Просто нужно бить идолонов. Я не знаю, он пошел на Энигму что-то первый кидать, вот это вот все. Вообще не понял мува. Я отвел. Нормас. Только на один. О, экспас идолона, найс. Хорошо насыпало. Вот так вот я бы взял, наверное. 2 брейсбенда не хочу. Стики, наверное, тоже не хочу.
самом деле. My path on spools. Или хочу, я Рики будет нажимать. Давай, может, Сиги неплохо. Кстати. Опять и Далон еще настакуется, и Unreal. Если он не мешает тебе блочить большой, то просто бей Далона в ПКД и все. Больше ничего не надо делать, не надо за ним бегать. Я думал, они вот-вот кончатся, он поэтому не отволит, а они не кончаются и не кончаются. Я не вышел из Сайленса. Миллион лет не выходил из него. Как же душно. Как же душно. Сколько она держится? 6 секунд. Надо пешком убегать было. Но в то же время Нигму кого-то должен был убить. Если не боковать самому, ну он просто все перединает на Идолону. Все забьет, все перединает. Как бы так тоже нельзя. Ну и так тоже не получается. Самая слабая Энигма на первом уровне, когда у нее Идолоны супер слабые. Я сейчас просто разгонюсь в тупую в него. Мне первый скилл. Вот. Нет, ну смотрите, как с Дазлом они легко умирают, даже сейчас. Нулевой бы так. О, отлично, он решил меня похарасить, я добил мощнейшего просто пацана. Из базы что-нибудь нужно? Не. Стоим тяжело. Танго, да. Ну вот, видите, невозможно добить. Когда такие размены происходят, он хотя бы не одинаивает все. Понимаете? В чем соль? Перец. Не тупуш нау. Да ее добить. I'll take creeps. Dire structures are fortified. The trees whisper of a strategy. Живем. Танго еще сейчас, да? Yes. Все, ресурсы пока. Ой, хорошо. Два крипа, как манна небесная. Все.
Дача закончилась. Или палатность Энигмы, правильно говорить. Жесть, как больно, да? С этого Зверополиса. Ну он пятый уже, они супер долго хранятся у него. И без КД теперь. Не выживается. Владимир готов. В респакт выходит. У нас, кстати, не достаточно прям такой физический урон. Нормально в этом плане. Ладно, вышка сейчас упадет. Будет попроще. Но на дистанции против Рики, конечно, будет тяжело. Из тучки выходить, выживать. Так он блэкхол сейчас нажмет, я умру. Хотя у него мана нет. Ладно, блэкхол не нажмет. Страдаем, страдаем пока на линии. Башик, как обычно, залетает. Кстати, очень много урон редакшена у пацанов. Он рядом стоит, аура же работает. И мана есть, наверное, блэкхол у него. Не имею права оставаться. Мы его не убьем, кстати, вдвоем. Втроем, может, убьем. Изи. Как это убить? Если кто-то бот, звери на крипах. Тавер надо открыть тут. Если я тэпну Смит. Ирана, че, я возьму книгу? Думаю я, ребятки, надо этим. Надо покупкой Мома или Мидаса. Наверное, Мом. Иначе пацанам вообще драться нечем. Надо начать баш бахтить по-хорошему. Рики наверху. Энигма без этого, без всего. Этих не хочу, на них много потеряю. Энигма дальше будет линию тащить. Мирана, килл, баллиста, ты заролл, плиз, Мирана, райт нау. Вот здесь вот кто-то. Мирана, килл, катапульт, Мирана, ю заролл. Он же пушит, да? Нажал. Люка 0 нажал, ТБ. Ноль реакции у человека на Миране. Надо, да, вот так через глиф катапульт убивать. Иначе не получится ничего. Хорошо. Лики ушел вроде бы. Эмбер, Эмбер, я поймал героя. Ликан байбек нажал. Вообще не могу пробить. Kill me, bro. Do you understand English? Люкан рейджбайнулся. Kill catapult with your arrow when I ask you, please. Он арморит крипов, из-за этого я под Т2Х с комфортом добиваю, на самом деле, я прикольный слушай, момент. Понял, не ответил. Kill catapult when I ask you, please, with your arrow. Захерач катапульт. Ликана, кстати, по всему РБК убить бы. Грейв?
Это просто великолепно, ребята. Я просто зафармил этого перца. В соло фраг. Учитывая, как он меня щемил, и какой он был сильный. Шикарно, шикарно. Это просто шикарно, ребятки. Момчик готов, баш за макшен. Все хорошо, играйте. Что-нибудь нужно. Он прям как этот. Как нянька такая. Нельзя под блохол вставать сейчас, конечно. Блин, вообще надо Энигму прогнать, он захочет этот тавер добить. Ну, давайте подойдем. У нас купол. Сейчас, мид с Эмбером добьем. Верни мом, чертяка! У нее блохол. У нее блохол есть. Ой-ой-ой, просто не выпустил из баши. Сварка, все плохо. Офигеть, не встать. Что здесь сюда? Хорошо. Ребята, ну ты понятно. Я там что-то стак не успел, почему деньги сыпятся? Кроме Энигмы, я кого-то боюсь. Рики плюс любой, наверное. Хорошо, еще фласочка. Под ним опять же не иду, блохол у него все еще есть, помним. А че он на ними вообще собирается делать? Он пошел сейчас снова в топ. Хотя в топе у них Т2 уже снесено. Я до молнии, наверное, дофармить, чтобы я мог его убивать прям надежно. Рейсфактом купил себя. А че, нейтралки есть какие-то повеселее, чем у меня? У меня не самая веселая такая, плюс-минус. Я тэпаю, стоп. Сюда ее, хорошо. Ну мог оставить мне 100 золота, конечно. Как вы понимаете, задачи убить не было, задача была, чтобы перец никуда не делся, и мои пацаны его просто пришли добить. Пока все шикарно. В молнии выходим. Давненько Вайда не выгуливали, конечно. А тут негодяй на руке. Нас бы холом надо выйти. А нас были холом выходим. Они могут выйти. Все, можно уже с его верать, просто вниз уходить и все. Рики Шардон, и не наши бэкхолм, обратно. Я в итоге по натрусу камбэкнул фол, ребятки, как видите. На 100 из 100. На саванпост захватывают. У меня есть смоки, давайте здесь смоканемся. Сюда тир 2 шмотки быстренько. У него тревел есть.
Пласку выкопал, кайф. Где пласки у меня? Могу фармить, что хочу. Кто-то вообще его в The Vizier пользует, интересно? Две выпил случайно. Ладно, пофиг. Халяву не жалко, как говорится, правильно? Халяву не жалеем. Чё-то у Enigma вообще игра не пошла. Кларк Петрович еще с медасиком. Я прилечу еще. Как вам? Попрыгал на Асларке? Нормально? Истинный перелез пацану залетел. Че бы взять? Я бы второй максил. Против Сларка второй слишком хорош. Если я нажимаю второй скилл после его первого, все, герой минус сразу. Ну, до появления БКБ, конечно. Я лесарь в Гварде. Там нет блокова, сейчас надо активно играть. Меня курьером посвятил. Хроносфера имеется. Пэш, понятно? Они расшанят? У меня голову хрона-то есть. Не, вроде бы нет. Ну, как-то странно, не знаю. Да-да, они пьют, скорее всего. А что же это один где? Ну, Ликан здесь хотя. Они без лука. Я сейчас подойду. Не Рики ТП сбил. Сейчас если умру, очень плохо будет все. Да, я не дай бы не успею, наверное, быть. Ах! Я что-то думал, будет больше урона. А его вообще даже больше близко не оказалось. Меня еще иллюзия Сларка смутила. Я не понял, типа настоящий, не настоящий. Может ли он мне прыгнуть, прыгнул дальше. Но в теории надо было ставить хрона и ТП просто давать. А, ТП у меня КД. Я мог и не выйти, наверное, учитывая, что Рики меня будет чейзить. Короче, прям мощно там получилось. Иллюзии вот эти неожиданные, вот это все. Зачет, пацанам. Зачет. Так, БКБ-ха сейчас будет. После БКБ-хи. Мьёлнир, в принципе, как? Нормально здесь, нет? Баттерфляй, наверное, лучше. Там все физика должна быть вообще, всю игру. Надо так спидфлячек, пожалуй, возьмем. Ну и поехали вниз тогда. Кларк сейчас запушит, диффуз с мидас. Когда у него появится... Ну а чё, чё это такое? Я ж прям в явном виде сюда бежал. Всё это время. Ну хотя это я бы, наверное, не нёс. Мне больше нравится в рейсбенд. Чем этот слот. Там все в топе. Я соло с Ларка не боюсь однозначно. Дискомфортно, но не страшно. Вот так. Бывает. Зоси, здравствуй. Спасибо за 300 большое. Спасибо за мудочку. Рад видеть. Спасибо за поддержку большое. Блокол КД. Блоколка, да, короче, мне еще раз. Кто это выформил все? У меня вот так вот.
ваты выйти. У меня, блин, ваны нет. Помочь. Не, ну это вообще обидно, правильно. Ну ё-моё! Я умру. У меня не было мата. И где он заспавнится здесь? Окей. Блин, как же было близко, да? Есть куча фарма, надо забирать. Ничего, ничего. В лейт сейчас выйдем, разберемся. В целом, вроде нормально, кстати. Изи, как видите, ребятки. Я против. Я против однозначно. Изи, ребятки. Второй нажал просто после его первого. Все, он после этого, даже если он меня побьет в ульте, даже без праймала я его убивал, если что. Без маны разве что дискомфортненько, а так вообще пофигу. Нормально он покачался. Хорошо. Поехали дальше. Пару клареток, наверное. Там почти керас. 24 минуты. Ну и что это такое? Хулиганчик. Мальчик с пальчик. Кларк в топе. Спасибо, Зося, за поддержку большое. Спасибо за модочку. Рад видеть. Рад, что нашел время залететь. Есть забанено. Прям стабильно. Там заблочено, да? Yes. Теперь просветление несут. Уже нет, уже нет. Закончилось на этой секунде, походу. Мьёлнир хочу, не хочу. Молнии сразу девать некуда будет, правильно? Мьёлнир самое дешевое для меня сейчас доступное усиление себя. По-хорошему, если так смотреть. Не есть МКБ, надо не крытые. Чтобы я в тучке Рики мог не бояться и драться спокойно. Почка завалить, 250 голды, кайф. Вообще лютый кайф. Есть что-то сюда? Охрана. Да не знаю, что-то на него не хочу. Блокхольчик подождем, там вот это все. Рошана не хотим? Его забирали? Нет, но там блокхол. Тю-тю. Я синхрон отдам, они просто на Рошана пойдут, и все. Логично. Сларка я могу и так убивать, если я просто таймлю на нем этот. Ну мы можем, вот Энигма боте показалось бы. Главное центря против этого, чтобы было. Блин, не рано, ты тоже можешь же покупать? Центр есть? Назов. Мне только везет.
Нет. Ну, отлично. Хорош. Надо прям на тему, да? Да. Да, опять он достал. Да, я просто не достал. Что ему надо было на Сларке? Он под дайлейшеном опять не двигался, ничего не делал. Сюда, Егис. Шардик покупаем, поехали. Пару колореток. Ну, ювелирный файт, ребята. Ювелирный тимфайт, я как организовали только что. Сларк под войдом не живет. Просто таймим его первый скилл и все. Это правда, 28-я это была. Помню, как сегодня. Забрал Рошана на 28-й, появился следующий на 36-39, правильно? Фляй. Или крит сперва. Я бы крит сперва, может, взял. Фляй живучесть. Я живу на тоненького. Фляй это живучесть. Там слишком много кто бьет с руки, понимаете? И я этих перцев закрываю. И долоны те же самые, их нельзя недооценивать условно. Сларк Петрович. Что-то не срослось немножко. Да сколько там на тренте этот захиливает, вышка под глифом вся, вот это вот, что это такое вообще? Там нарекает кильтозаврик, может нам его убить еще разок? Ты с детекшеном, да? За Black Hole? Это же вот эти вот профессионалы там, да, показали, что Рики сильный герой. В каждой игре его вижу. Первая игра у меня против Рики. У него какой-то больной урон. Он еще за вторым сквозь БКБ замедляет. Не должно быть, по идее, там не написано, что это работает. Пиздец, там урон улетано. Просто крутами сам. Сюда Энигма летит. И Сларк, там все ребята. Пойдет. Или не пойдет. Не, пойдет, от молнии умрет сейчас. От молнии умер. От молнии умер Нормас. Если поживете еще 10 секунд, я приду. Замесили все-таки. Убьет? Нормально. Лучше поздно, чем никогда. Пойдет, пойдет, хороший файт. Нормальный файт, все отлично. Чем дальше в лейт, тем я сильнее. Мы Егис потеряли. Мы его реализовали. Если бы ты не умер, да, это можно было бы назвать реализацией. Ну, если бы я не встал второй раз, я бы не поубивал еще челу. Разобрать. Включить. Поехали это сюда.
Дальше МКБ очень просится, ребята. Вот тучка Рики была, чтобы я мог драться. С другой стороны, да, я буду драться, но не буду отжраться. Может, все-таки сатаник? До критов нет времени. Может, хотя бы маленькие взять. Что у меня вообще по сатам? МКБ засовывается вместо врейсбенда, сатаник. Все, критов нету. Ладно, МКБ вместо этого. Тогда варим вместо урона. Там потом разберемся. В респах же сходить БКБ не действует, правильно? Если я БКБ хрона ставлю, бью, то мне отлично. Слушайте, а знаете, что мне надо вообще? Вот это. Чтобы я не промахивался в тучке. У нас старик заставил на кентавре, да? Так, а можно? Нормально, мы зафорсили их на этот, туликана. Зачилимся просто и все. Надо отойти, он БКБ и еще нажал. БКБ я нажал, да. У меня еще слинка. Тебе надо форсить драку. Там в топе надо откушать эмберу. Блять, я же откушу, но... А ты далеко. Я БКБ хочу дофармить. Вот здесь под нами тренд. Ладно, пусть. Парни, больше центри надо, детекшена. Вот под нами здесь тренд мелькнул сейчас. Блин, ну тут всего один. А, это настоящий? Блять, ты его так пробивал, я думал, ты иллюзия. Когда чин? Я устал от этого дротика. Может, гем купим? Здесь вард был, закончился. Пойдем заберем Т2. Там Black Hole есть, не стойте кучкой. Либо я бью, либо вы бейте. Пошли, негодяи. Можем заходить. Я деф отхил. Можем заходить. Пушим. У них глифта есть? Есть. Ну, мы глифта переживем один спокойно. Если нигма побегается, надо выходить сразу. Не, я в ладе стою зачем-то. Она же не моя. Походу без байбека сидит на Энигме. Можем в бот, у нас 20 секунд. Все, выходим. Пачка большая, вот. Я с гемом. Ой-ой-ой. Только держи этого. Фармируем, ребятки. Еще. Там его тоже. Ну, какая красивая аватарка, Вайда, я не могу, ребята, это пипец. Да сюда, пацаны. Я рож что таймил, что-то я не помню. Только, ну вот вроде пора даже появиться ему, что ли, уже. Надо под рож играть уже, чекать его. У меня есть смоки, если что. Кто у нас покупал? Сатаник.
меня почти 25-й. В идеале бы поднять его. Энигму не вижу пока. Они Сларка реально убили просто. Можем пушить по миду. Если Роша есть, идем Роша. Если нет, то пушим по миду. Есть, есть, есть. Пойдем, пойдем. Ну, мы видим Энигму там без шансов, поэтому. Вместо масочки берем. Чартер Шани. У меня шарф есть. У меня есть. По топу, по топу. Мирана нету. Какая приятная музычка. Спасибо, Зоси, за еще один трек большой. Спасибо тебе за еще 150. Мирана. Нейтралочку какую-то выбить приятно. Мирана в боте ошел. Оба. Нету блокового. А что это вообще? Че, как там пишется? Залагал, по-моему. Позорился и стоит, блять. Октаринчик купил. Так же вроде, да? Опять забыл, да. Да, забыл. 38,5. Доставили бы, ё-моё. Ну все, теперь на фриз заходим. Ну, у меня шарф есть. У меня увороты, я не знаю, от бабочки 35%, плюс еще базы, ну вот эти 20%. По мне половина тычек должна миссоваться от противников. Блин, фигово, что МКБ не пашет на здание, конечно. Стоишь, миссуешь такой, да? Как тебя ударить? Так, где ликан? Ага, где этот бустерок на ликанчике? Ярца не видать, да, что-то? Сларк опять в топе. Нашел себе смысл жизни. Применение игровое. Энигма с блэкхолом, но я с Эгисом, мне вообще пофигу. Пусть делает, что хочет. А, так они, она же без блэкхола, точняк. Тык-тык-тык-тык-тык. Не танкуем лазу лишний раз. Бьем домики, бьем здания. Чего? Ну ты же говоришь, там Рики, негодяй. А, ну наказан, наказан. А там мужик антимага в Энигму вас пикнул просто в прошлый. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Блин, я, конечно, ничего не хочу сказать, но не стрипов нет. Ну туалеты падают, и нормально. Оба. Что, он с тревелами, что ли, или что? Всё, Мирана разошёлся. Да где этот ликан-то? Фу ты. А, вот так мне надо было сделать, кстати. Я не то перекладывал. Резонно. Пришли уже, пришли. Никто не дефает. Драться не с кем. А та хочется на куда-нибудь куполок воткнуть. Слушайте, какой тяжелый старт был, и ничего. Очень мощно, я считаю, сыграли. Красивый геймплей был. Уверенный. В году-то, мужики. Не-не. Я хочу победить. А где все, парни? Никого нету. Они сбежали. Вон Рики Мартин там был.
Хорошо спрятался. Спасибо за еще 150, Зоси. Классные треки. Отличная музыка. Спасибо большое. Мы с Дазлом, смотрите, какие улыбчивые на пару. На Рике зря гнали, хорошо он играл на самом деле. Много импакта у нас, ну, так, если посмотреть. Квест только на две звезды. Горе мне, горе. О чем я думал, когда это самое? У Сларка линия была лучше, чем у меня. У Ликана линия была, как у Эмбера. И Энигма прям хорошо стояла. Отличненько стояла.